В Советском Союзе была заказная журналистика, писали только то, что было угодно ЦК КПСС, власти и так далее. Когда нам дали свободу, журналисты стали писать все, что угодно. И сначала были много таких, знаете, вот и спикеров на телевидении, и в журналах, там «Листьев» и так далее, которые откровенно говорили о том, что происходит, как и где, да. Это захватило умы обывателей и вообще народа, потому что действительно узнали очень много такого изнутри. Сейчас, в последние годы, развивалась тенденция коммерциализации. Опять люди стали делать только то, за что платят деньги. Неважно, это интернет-маркетинг или обычная реклама, обычные статьи, да. Я за то, чтобы все-таки журналисты соблюдали баланс. Понятно, что им нужны деньги, так же, как всем нам, да. Но, тем не менее, если они будут делать свои статьи, свои публикации не только ради денег, не только то, что, на что ведется обыватель и потребитель, а и будут действительно показывать реальную сторону, обратную сторону тех процессов, которые происходят в нашем обществе, тогда будет гораздо интереснее. Тогда мы действительно опять будем воспринимать журналистов как серьезных людей, которым можно верить, за которыми хочется идти, и чьи статьи хочется с удовольствием читать.